От пациентки это диск дали мне в больнице, я туда поступила с почечной коликой. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1961 года рождения, дата исследования 22 июня 2023 года, область исследования КТ-урография. При анализе результатов МСКДА использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Надпочечники не увеличены, обычной структуры. Правая почка размером 104 на 54 на 79 мм. Паренхима однородна. Чашечно-лоханочная система. Чашечки до 15 мм. В синусе визуализируется жидкостное включение размером 57 на 51 на 64 мм. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна. Паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка размером 104 на 52 на 41 мм. Паренхима однородна. Чашечно-лоханочная система, чашечки до 9 мм. Лоханка расположена экстраренально. Ее передний-задний размер до 30 мм. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна. Паранефральная клетчатка интактна. Мочевой пузырь заполняется слабого наполнения, без особенностей. Патологические включения, образования не выявлены. В паравизикальной клетчатке немногочисленные флеболиты. Мочеточники не расширены, в их просвете рентген-контрастные конкременты достоверно не визуализируются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. В зоне сканирования свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. По стенкам аорты немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Заключение КТ-картина двухсторонней каликоэктазии, кисты, правой почки, экстраренального расположения лоханки левой почки, расширение ее, атеросклероза аорты. Для уточнения диагноза рекомендовано проведение КТ с контрастным усилением. 10 июля 2023 года К.М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: исследование сделано без контрастного усиления, полостная система почек, мочеточников не контрастирована, поэтому отличить кисты в почках от расширения полостной системы невозможно. В правой почке есть киста, которая сдавливает полостную систему почки, это может вызывать боли. Лоханка левой почки расположена вне ее и тоже несколько расширена. В почках и мочеточниках я камней не вижу, это все же лучше смотреть на КТ с контрастным усилением. Рекомендую вам сделать КТ-урографию с контрастным усилением.